Вот, а еще одна песня у меня как бы присоседилась в связи с, вот, с массой этих неприятных событий, ушедших и знакомых, и незнакомых знаковых людей для авторской песни за последние годы, из пандемии, и в этом году летом сразу 3 человека ушли. И я как-то к Леониду Сергееву, обалденно обаятельный человек с этой невообразимой улыбкой. Но я его воспринимал, почему-то люди действительно как-то очень быстро прикипают к каким-то веселым песням. Я знаю много авторов, у которых серьезные интересные песни, но знаковыми песнями стали почему-то какие-то хохмы или веселые такие песни. И я для себя, переслушивая уже летом в дорожном путешествии Сергеева, открыл для себя, для меня это было каким-то откровением, хотя я на концерты ходил тоже, но там на фоне всего как-то не замечал этого. Может быть, и уход его сыграл роль, что он очень тонкий лирик и очень близко мне по духу и по словам. Кстати, вот мне нравится, как Толстой говорил по поводу анекдотов, что анекдот – это недосказанность, понятная окружающим. И совершенно понятно, что есть анекдоты, которые определенным людям неинтересны, они примитивными кажутся. Есть анекдоты какие-то заумные, мне, например, не хватает подняться до этого уровня, чтобы понять, о чем мне договорили. Есть профессиональные анекдоты. Вот с бардовской песней мне тоже, кажется, та же самая штучка произошла. И мне очень нравится определение Володина пластинки Акуджавы. У него на пластинке Акуджавы было написано, где Володин объясняет, кто такой, что Акуджава – великий человек. И в частности, он дает характеристику авторской песни как фольклор городской интеллигенции. И для меня вот эта вот прослойка какая-то вот интеллигентов образованных, она как-то и в плане поэтическом, и песенном тоже. Мне кажется, это один из критериев тоже бардовской песни. Леонид Сергеев. Что внутри тебя, дружок? Многоточие или точки, ягодки или цветочки? На вот сладкий пирожок. Ягодки или цветочки, на вот сладкий пирожок. Что внутри тебя, дружок? Состояние покоя или что-нибудь другое? Что ж не ешь ты пирожок? Состояние покоя. Что ж не ешь ты пирожок? А внутри меня, дружок, многоточия и точки, и ягод нет, и нет цветочков, перепаханный лужок. Ягод нет, и нет цветочков, перепаханный лужок. А внутри меня, дружок, почерневшая гитара, след недавнего пожара, горький сладкий пирожок. След недавнего пожара, горек сладкий пирожок. Такая короткая песня. Спасибо. Но мне кажется, почти обо всем сказано.